Выставка-ярмарка, посвященная главному весеннему празднику, открылась в одном из корпусов Полесского государственного университета. Ее организаторами выступили сотрудники кафедры ландшафтного проектирования. Организатором выставки является кафедра ландшафтного проектирования, которая готовит специалистов садово-паркового хозяйства. Наши студенты изучают в процессе обучения такую дисциплину, как фитодизайн. Это такая дисциплина, которая занимается экологическим озеленением наших помещений. И вот наши студенты решили продемонстрировать свои креативные возможности по созданию различных фитокомпозиций. Несмотря на то, что выставка посвящена весне и, в частности, женскому празднику, инициаторами ее создания выступили не мужчины, а сами женщины. Инициатива, как ни странно, исходила. Вот нам немножко стыдно не от мужского состава, а от женского состава нашей кафедры. Поэтому мы им очень благодарны. Вот. Вы можете сегодня здесь увидеть различные поделки, сделанные как нашими преподавателями кафедры нашей кафедры ландшафтного проектирования, так и студентами, которые активно привлекались в свободное занятие время и очень активно участвовали в данном мероприятии. На выставке представлены различные поделки, созданные руками студентов и сотрудников кафедры. Здесь поздравительные открытки, различные цветочные композиции и многое другое. Наши студенты сегодня продемонстрировали такие креативные поделки, как открытки, сувениры, шкатулки, фитокартины. Основой всех данных композиций является природный материал. И задумка такая, чтобы показать, что может наша кафедра в первую очередь, что могут и другие люди. У нас в рамках выставки будет два мастер-класса. Это подготовка весенней поздравительной открытки, а также объемной флористической композиции. Все посетители выставки и ярмарки смогли купить понравившиеся изделия, порадовать своих близких и украсить интерьер.